Здравствуйте, меня зовут Дильнура, я учусь в школе в 5 классе. Я увлекаюсь рисованием уже 3-й год, хожу на разные кружки, занимаюсь этим в свободное время. Также мы с моей семьей участвуем в волонтерских группах, и я решила, что буду продавать свои картины, и деньги от моих картин будут уходить на благотворительность. Это моя картина по номерам. Здесь я раскрасила, нарисовала такой заброшенный замок, который находится в Европе. Рядом с ним различные деревья, и в заднем плане находится море. Это моя весенняя картина. Нарисовала я ее масляными красками. В заднем плане здесь огромные горы, различные деревья и большое озеро. В переднем плане здесь находится остров с деревом весенним, и здесь растут также желтые цветы. Это тоже моя весенняя картина, нарисовала ее тоже масляными красками. И здесь я решила нарисовать тропические растения, листья, и также в фоне я нарисовала такой фон у меня светло-желто-зеленый. Это у меня новогодняя картина. Здесь я нарисовала подарок, свечу, новогодние игрушки. Нарисовала я эту картину до Нового года. Это у меня большая новогодняя картина. Здесь на переднем плане у меня снеговик и две елки, а также огромная луна, такая желтая, и здесь летит Санта-Клаус. А это я нарисовала нашу галактику, космос. Здесь много разных планет, и также здесь много разных комет, метеоритов, а также огромное количество звезд. Это моя картина «Цунами в городе». Здесь на заднем плане цунами, различные здания, дома и заброшенный пляж, но пляжа никого нету, так как началось цунами. Также здесь черное, серое небо, это признак плохой погоды. До свидания.